5 октября в Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийского форума по финансовой грамотности. Мероприятие проходит на базе Института экономики, управления и финансов КФУ. Для студентов подготовлен курс лекций, затрагивающих различные темы финансового планирования. Среди них финансовый учет, банковское дело, экономико-математическое моделирование и другие. В рамках форума состоятся экономические квесты, необходимые для практического понимания материала. Видим с вами, что жизнь без знания, без финансовой культуры становится просто-напросто невозможно. Человек начинает становиться реальным участником и реальной жертвой того, что мы называем финансовыми рынками. Также на форуме состоится международный молодежный симпозиум по управлению экономикой и финансами. В рамках симпозиума был организован конкурс докладов. В нем участвуют студенты из Казанского и Уральского федеральных университетов, Тюменского государственного университета и других вузов России. Лучшие доклады будут опубликованы в журналах «Экономический вестник» и «Самоуправление». Конкурс необходим для развития молодого поколения специалистов. Вы стоите у истоков вот изменения экономического образования, изменения финансового образования. Вы то поколение, которое будет учить финансам и работать с финансами по-другому. Итоги конкурса будут подведены 6 декабря. Тогда же состоится и вручение наград. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.